Актер Виталий Ольшанский умер в 52-летнем возрасте. Об этом сообщил в пятницу, 5 февраля, телеканал РЕН ТВ. Он скончался в своей квартире на улице Веерная в Москве в ночь на 5 февраля. Причина смерти выясняется. Вечером к актеру пришла его знакомая, однако дверь никто не открыл. После вскрытия двери Ольшанского нашли на диване без сознания. Знакомая актера отметила, что у Ольшанского были проблемы с давлением, но накануне он не жаловался на самочувствие. Врачи скорой помощи зафиксировали смерть артиста. Виталий Ольшанский родился 20 октября 1968 года. Актер окончил режиссерский факультет ВТУ имени Щукина. Снимался в известных российскому зрителю фильмах и сериалах «Бригада», «Кухня», «Полицейский с Рублевки», «Ивановы Ивановы», «Доярка и Хацапетовки», «Вызов судьбе». Он также был режиссером сериала «Молодежка».